На большом столе разложены обрезки тканей, разноцветные ленты, нитки и иголки. Все это нужно для украшения женской шляпки. Сегодня в творческой мастерской «Стрекоза» участники активного долголетия занимаются декорированием. Мы из старых вещей делаем новые вещи, не меняя их сущность. Если это шляпа, мы даем ей новую жизнь, и она остается шляпой, и мы ее будем носить. После выхода на пенсию появляется много свободного времени. Чем заняться, когда дети выросли, а работа осталась позади? Можно уделить время своему развитию и рукоделию. В этом хорошо помогает клуб «Активное долголетие». Участницам творческой мастерской нравятся уроки Елены Климашиной. Мне нравится вот ее задор, мне нравится ее профессионализм, и мне нравится... Вот эта атмосфера, которую она создает, это очень безумно приятно, безумно здорово. И я каждый день жду вот этого, то есть жду вторника, когда же начнется занятие, потому что я бегу с превеликим удовольствием. По молодости другие были интересы: учеба, работа, дети, внуки. Ну, сейчас вроде как бы все устоялось, вот заниматься чем-то интересным, чтобы не сидеть дома. Участницы проекта приходят не только для воплощения креативных идей, но и для общения в творческом кругу. Это занятие подошло к концу. Самое время примерить готовые шляпки. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.